Давным-давно все началось с одного звонка. Назови свой любимый фильм ужасов. Вопрос к годовщине резни Вудсборо. Назовите любимый фильм ужасов. Назови свой любимый фильм ужасов. Новое поколение. Трагедия одного поколения, посмешище для следующего. Твой любимый фильм ужасов. Я тебя видел. Вот-вот столкнется. Эта неделя отмечена годовщиной печально известных убийств Вудсборо. Именно сейчас одна из выживших, местная знаменитость Сидни Прескотт, решила вернуться в родной город. С призраками с прошлого. Добро пожаловать домой, Сидни. Посмотри анонс грядущих событий. Чего хотел? Кто это? Изображает призрака. Я стою в гардеробе. Обманщик. Осторожно! Мастер ужасов Уэс Крейвен представляет. Дьюи, что происходит? Закрытая информация. Все давно уже в интернете. Че, правда? Твой любимый фильм ужасов? На свободе маньяк, выстраивающий убийство по схеме первого фильма. Пора кому-нибудь еще умереть. Кто-то изобретает игру по-новому. Новый стандарт неожиданности, и теперь можно убивать девственниц. То есть я не проживу дольше их? Однозначно. Кто-то воссоздает ужас. Чтобы добавить новизны, маньяк должен снимать убийство. Гейл! Гейл, сзади! Ну давай, если силёнок хватит. Столько догадок. Кто-то переписывает правила. Он не убьет Сидни, она королева жертв. Неправда. Ее можно пускать в расход. Вообще-то да. Мочим главных героев в третьем акте. Помолимся, чтобы показали сиськи. И последний вопрос. Назови ремейк революционного. Хэллоуин, техасская резня, рассвет мертвецов, у холмов есть глаза, ужас Эмитивилля, черное Рождество, музей восковых фигур. Один из них, да? Ни разу не попало. Сейчас приду. Черт, в ужасах нельзя такое говорить. Крик 4. Перкинс. Видел бы ты сейчас свою рожу.